Сколько стоит шмот на смотр Араги? Ничего интересного в моей жизни не происходит, в основном зарабатываю. Хлопцы, я снимаю. Вот это Пикачу. А шорты от кого? От Алика. Ты удачи кабана подарил на Клава Кока. Татушки вот на груди чисто набил в тюрьме. Отсидел 2 часа за помеху МП. Че, это не боксерка раз? Это худи. Знаете, сколько, но вроде недорого стоит. Жарко, блин. Есть у меня еще мишка. Могу сказать, что я бомж и все подобрал с мусорки. К нему подходишь, даже дышать можно. К тебе подойди, вообще убиться. Я благодаря видосам начал играть. Помянем, понимаю. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Всем привет, меня зовут Павел, а вы смотрите канал Evan. Сколько стоит шмот на смотр Араги? Ой, смотр Рейдж. Ну похоже, ну хоть немного. Но я думаю есть. Напиши в комментариях, похоже или нет. А как вы поняли выше, мы будем спрашивать рандомных людей, или не совсем рандомных людей на сервере, сколько стоит их шмот, и тем самым докажем, чтобы выглядеть стильно, не обязательно тратить на это миллионы. Также мы откроем кейс из Battle Pass с крутой одеждой, поэтому подписывайся на канал, пиши комментарий, нажимай на лайк, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, ребят, в первой части данного ролика мы будем спрашивать людей за их лук, шмот, где взяли, почем купили, где купили. Будем смотреть, как это вообще все выглядит. Будем спрашивать совершенно рандомных, так и несовершенно рандомных людей. Почему, вы потом поймете. Блин, просто половина красивых людей не захотели сниматься. Просто так. А во второй части данного ролика мы будем открывать кейсы из Battle Pass и надеяться на годные шмотки. А они там, кстати, выпали. И, наверное, я смогу их продать вам. Поэтому обязательно досматривай ролик до конца. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Одевай шмот и погнали. Так, пацаны, я встретил и... Подожди, как это правильно сказать? Как будет игрок в женской форме? Короче, пацаны, я встретил игрока в женского рода под ником Nine. Так, на сервере я играю приблизительно полгода. Вот. Угу. У меня Надя. Надя, угу. Ничего интересного в моей жизни не происходит, в основном зарабатываю. Понятно. Работаю на всех работах по чуть-чуть. Работаю до 10 уровня, потом перехожу на другие работы и опять дохожу до 10, потому что мне так интереснее играть. Что касается вещей, недавно прикупила себе донатную майку, цепочку в магазине взяла. Вот, цепочка моя стоит 4 миллиона, напульсник 3800, часики тоже. Столько же. Ну, перчаточек подешевле, они, конечно, 300 тысяч стоят. Вот. Из ДП купила себе недавно тоже кроссовки. Заплатила за них 1 500 000. Рюкзачок себе тоже прикупила за 2,5 миллиона. Вот. Ну, в принципе, так и все. Ну, очки. Ну, штаны недорогие, потому что здесь не особо выбор для девочек, кстати. Ну, где-то 1300 они стоят, они недорогие. Маска тоже из БП. Тоже куплена. Сколько? За 600. Понял. Спасибо большое, что снялась в моем ролике и определила мне время. Удачи. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Что ты хочешь? Братишка, лучше отойдет, сейчас под тебя шарахнет. Это законно вообще? Вот это? Да. Хлопцы, я снимаю. Эван, здорово. Привет. Я снимаю, А? Чё, пацаны, может пока стоим, поясните за шмоты на видосе по-бырому? Ой, не-не-не-не-не, я вообще, у меня язык не связан, брат. Да нормально. А тебе просто сказали, что чё почём и всё. Ага, чё почём, ну смотри. Да. Подожди, стой. А чё, тебе ну, Пикачу уже ляма 3? Да, борода, да. Лям. Вот это я не знаю, брат, я вообще никак. Откуда, что. Скины вообще подарены очень хорошим человеком.
Пикачу тоже бесценен просто. Он только с тазером работает. Ага. Вот это Пикачу! Вот это сразу молния летит. Ну, короче, репетировали, и сейчас повторишь. Здесь комаха не заступен, сука, ладно, тебе повезло, дружка. Очень повезло. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Вот, такой контраст небольшой. Небольшой контраст. Ну что, пацаны, я встретил второго героя нашего ролика, это Сиювичник. Привет. Здравствуйте. Добрый день, подписчики. Расскажи нам, пожалуйста, сколько стоит твой шмот, йоу. Я помню только у меня сколько перчатки стоят, это 300 тысяч. А, футболка еще 600 тысяч, по-моему, или 700. Как только, бля, БП вышел, я ее купил. Шорты я спи***л, кепку я спи***л, очки на мне уже, блядь, всю жизнь. Ладно, шорты пусть будет 100 тысяч. А шорты от кого? От Алика. Кепка 300 тысяч, цепочка спи***л, мне ее просто кто-то кинул, и я забыл отдать. Обувь у ВК-други спи***л, пусть будет 500 тысяч. Чё? Вот семерка есть, короче. Так выглядит среднестатистический бомжик на севере. Ты, по-моему, чё, пацаны, звезду накидываем? Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Вы же все домофон смотрели, да? Или как это называется? Дымоход, блядь, какой домофон. Трусы у Дольче Габбана, подарила нахуй Клава Кока. Вот это хорошо было. А у тебя в роликах можно потериться? Да. А ну все так, да так это попугай обосру на. Не, я просто со стороны понаблюдаю. Да шо ты, слился, слышь? Да. Да похер, вырежу. У меня муж купил кольцо, блин. Во, цепочка нахуй. От Моргенштерна, блин. Моргенштерн. Что? Он дальше осуждает. Ну что, пацаны, я ехал и стопанул с мотором Toa Family, поэтому расскажите, как вас зовут и про свой шмот, сколько он стоит. Ну что сказать, бандана, блинка, очки, туда-сюда, смотровира, рюкзак, ветровка, да это... спортивки. А что почем? Плюс-минус. Банданы, ну, где-то 25. За костюм где-то, ну, под грамм отдал. Рюкзак, ну, где-то тоже 2. Корпус 1500 вот у него купил. Как-то так, за очки 800к отдал. Понятно. Рейнбоу? Я Рейнбоу, ебать. И лютый админ. Шапочка, чтобы прикрывать лысину, короче. Чисто, чтобы девочки были, давали на деньги. Не главное, штаны чисто не подарил друг из гетто. Татушки вот на груди чисто набил в тюрьме, отсидел 2 часа за помеху МП, вот, цепь получил за первый рэп в 10 лет, а чё сейчас чисто, блядь, прикупил нахуй местного барыги, отдал 5 килограмм лютой ски, вот, кроссовки купил, короче, за 30 тысяч, фальшивых, Сбербанк, так скажем, одобряет. Трусы подарила Клава Кока. Медвежонка спиздил в лесу, порезал, вот себе, блядь, повесил на спину. Нормально так, 15 мест, блядь. Штаны примерно 1500, шапочка 1300. Рюкзак почти 3 миллиона. Ну, кроссовки я сказал, они 300 тысяч, а вот трусы от Клава Коки достались бесплатно. Ну, почти бесплатно. Ну, да. После первой брачной ночи так нормально так, чуть-чуть. Как говорится, пошла по пи***. Главное, не коту под хвост. Окей, тогда всем спасибо, можете быть свободны. А Немо засал. Энигма, окей, пиздец, Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. За шмот будешь сейчас пояснять. Я это ферзь, короче, пацаны, встретил своих знакомых, потому что никто из новеньких не хочет рассказывать про мой шмот. Поэтому расскажите про себя, ну, вернее, не про себя, ваш ник и про свой шмот, сколько стоит и как называется. Так, значит, рассказываю. Этот шмот я купил, короче, где-то примерно года 2 назад и с тех пор не менял. Не, тормози. Да вырежем, забей, говори как есть. Короче, вырежешь там, что тебе понравится больше. Окей. Потому что я сейчас могу кучу ненужного говорить. Пи***ого заебал. Так, значит, поясняю за одежду. Вот эти тапки возможно купить за 200 тысяч, примерно даже сейчас за 100, потому что
сейчас цены поупали уже как минимум год назад. Вот эти вот штаны, да, которые я ношу уже 2 года примерно, их возможно купить где-то за 550, но это с салона. То есть, а да? Как называется? Nike какие? Air Max. Как она называется? Боксерка вот эта вот, да? Худи. Че, это не боксерка раз? Это худи. Так, я снял, потому что жарко уже реально. Борцовку Витаминс Худи можно будет купить всего лишь за 550 без скидки. И вот эти вот штаники можно будет купить где-то тоже за 550. А кепка тоже 550 тысяч. Без скидки? Вот, без скидки, да. Ты прав. Очки, точно, подожди. Что за очки? Так, Гуччи 52. Так, Гуччи, очки Гуччи, значит. Купил за 150 тысяч у какого-то бомжа, который только вышел из казика. В общем и целом, у меня есть перчатки за... без понятия сколько, но вроде они дорого стоят. Жарко, блин. У меня есть кроссовки Air Max номер 5. Белые и с черненькой какой-то фигней. Да, логотип у меня черный. Потом у меня есть лосины. Потом у меня есть какая-то красная. Меня вообще слышно? Не слушайте. Слышу. В общем, красная у меня какая-то амазонка. Татуировки я делал. То есть татуировки я делал, я не знаю, забился конкретно. На несколько миллионов. Не знаю, я тогда был в шоке. Просто мне глаза вылазили на лоб. Потом цепь у меня есть с Battle Pass. Называется Травокур. Далее у меня есть маска Louis Vuitton, кажись. Тоже с Battle Pass. Потом у меня есть очки. Очки не помню, как называются. Тоже донатные. Есть у меня еще Мишка. Мишка был у меня, как Battle Pass работал, первый у нас. Мишка выпал мне красный. После обновления он стал зеленый. Ну и вот и все. По ценам сориентировать. Не знаю, штаны, может быть, там. Если продавать на руки, уже, наверное, я не знаю, сколько. Может, 1200, амазонка как называется. Тоже может примерно столько же стоит. Кроссовки примерно, я не знаю, почем кроссовки. 1200, возможно. Проценты у меня на износ маленькие, поэтому. Я думаю, относительно нормально должны стоить эти вещи. Рюкзак, наверное, 3,5 стоит. Наконец-то. Ну и в оконцовке краска, неплохой сетик. Кроссовки Nike, а говно. Рот закрой. Спортивки с последнего его пропуска, собственно, как их удар. Джорданы первые. Оба купил вчера за 1 100 000, в общем. То есть спортивки 550 и худак, соответственно, также 550. Также шляпа есть ACV Black. Покупалась года полтора назад, примерно за 850 тысяч, за 900, где-то в таких вот районах. И масочка также с первого пропуска, Киберпанк, 5-я, Z Edition. Покупал где-то примерно так же полгода назад, тысяч за 500-550, вот в таком виде. В принципе, кратко и быстро, все. Учитесь, пацаны. Душнило, блин. Идеально просто. Засекал по времени, сколько мы здесь стояли? Я думаю, минут 20. Не знаю, я готовился долго, конечно. Могу сказать, что я бомж и все подобрал с мусорки. Записал? Хорош, блядь. Давайте футболку там какую-то мне Supreme был. Или Gucci, не помню. Все, еб***. На стиле теперь. Кран, даже он лучше себя одет, б***. Чего? От него даже не воняет. Видишь, к нему подходишь, даже дышать можно. К тебе подойди и вообще убиться, на***. Чё, я знаю, я благодаря видосам начал играть. Помянем, понимаю. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Конечно, обзор шмота или лук от других людей это хорошо, но не стоит забывать и о своем. А именно, у нас еще есть кейсы с Battle Pass. А не просто, а и целых 7 штук, а может даже немножечко больше потом будет. Поэтому что, мы открываем все 7 кейсов на этом месте и будем надеяться на портфель, либо на фигурку. 50 единиц и дат. Спасибо. Начинаем уже офигенно. Кто, кстати, не смотрел прошлый ролик, где мы открывали вот эти кейсы, и что мне выпало, 15 кейсов открывал, ссылочку я вставлю в описании.
Анна Ракстон Айленд. Полнейшее говно. Пожалуйста, фигурку. Даже самую дешевую, самую херовую. Ну, фигурку хочется. Давай. Понял, спасибо. Ну, кстати, вот эта ветровка хотя бы что-то стоит. Потому что то, что мне прошлое выпало, это... О, боже. Открыть кейс, давай. Ветровка бейп. А что нам, все бейп будет падать или что? Давай что-то нормальное. Они такое чувство, как пофиксили процент на рюкзаке, я вам говорю. Хоккейная маска. Кстати, выглядит прикольно. Стоит, наверное, тоже дорого. Слипит нормально то в этот раз? По сравнению с прошлым. Ни слитки, ни деньги. Сейчас они выпадут. Туда надо. Ну, спасибо. Давай. Ну, это тоже деньги. 100 тысяч, либо 300 тысяч, либо 3 слитка, смотри. Подолазь на костюм. Ой-ой-ой. Вот это хорошо. Вот это дорого. Вот это дорого. Поэтому галерея моих на 50 доната. 50 доната. И вот это все выглядит очень хорошо. Прям очень хорошо. У меня же тут награда еще. 25 тысяч. И 1000 часов. 1000 часов провел? Чего? 713. Понял? Ну, 500 тысяч и 100 доната, так 500 тысяч и 100 доната. Я не возражаю. Ну, у меня, в принципе, на этом все, пацаны. Вот такой вот видос получился. Я надеюсь, тебе он понравился. Ты немножечко посмеялся, как в старые добрые смешные ролики. Всегда в тренде, всегда в теме. Обязательно пиши в комментариях, стоит ли продолжать снимать видосы такого формата. Может пойти и спросить еще у кого-то лут, вернее шмот. Я, конечно, хотел там и разных госструктур, и админов, и хелперов, и читаков. Но не успел. Давайте так, если этот ролик набирает 100 лайков, буквально в очень кратчайший период, тогда мы снимаем вторую часть, и я надеюсь, она будет еще смешнее, чем это. Также, если ты увидел себя в ролике, обязательно отмечайся. Да, этот ролик был еще заснят. Первая часть вообще в мае, а вторая часть вообще в июне. Так что да. А ты не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.